Так, посмотрим, что тут. Резиночки. Для крепления фонарика на велосипед. Так. Вот такие приспособы. Тянутся. Тянутся хорошо. Крепить фонарики и прочее. Молодцы. Ну вот, установил я два фонарика за счет этих резиночек. Довольно-таки уверенно, прочно держатся. За счет, там еще прокладочка у них. В общем, четко держатся. Один, второй. Хорошенькие фонарички. Только вот крепления у меня остались на старом велосипеде, который угнали у меня. Вот все. Удобные штучки. Фляжечка тут тоже купленная недавно. На спицах отражатели. Ну, в общем, нормальные штучки такие. Отлично, отличная вещь. Так, плеер какой. Маленький какой. Заказал золотистый. Стальная, мощная, плеер, о, ну-ка, о, все, горит, значит, работает, под наушнички, проверим. Ну вот такой.
Ну вот такой плеер. Молотит уже часа два, наверное. На полную громкость. И не думает разряжаться. Я не знаю, сколько он проработает еще. Воспроизводит четко, чисто. Очень удобненький такой. Легенький вообще. Флешку поставил пока на 2 гига. Ну, она должна быть до 8 гигов. Читать. Ну, хороший аппаратик. За 60 рублей. Смех и грех. Все, будем наслаждаться.